И всем ха, с вами Ghost Wolf, и сегодня мы с вами поиграем в FNAF Security Breach, Five Nights at Freddy's. В общем-то, игра вышла абсолютно недавно, примерно, может, недельку назад. У меня не было времени ее как бы снять. Вот, и наконец-то выдался такой замечательный момент. Что-то говорят отзывы по ней не очень, но мы с вами сегодня ее посмотрим. И продегустируем, так сказать. В общем-то, перед началом этого ролика хотелось бы просить вас подписаться на этот канал, поставить колокольчик с подпиской, написать комментарий под этим роликом, если вам действительно нравится. Что? Мы начинаем. Я уже ее настроил, поэтому долго тянуть мы не будем. Игра будешь работать? Нет. Она где-то на грани рабочего состояния. Это что такое? Что за сейф мод? Это загрузка или что? Странная какая-то загрузка. Шоу. Чё? Какой Фредди, блядь? Вы чё, ебанулись? За кого я играю, блядь? У кого дали мне? Субтитры он. I am experiencing a malfunction. The recharge cycle is not complete. Где меди? Ладно, маленький попробуем. Вот. Можешь заткнуться? Кто это сказал? Это я здесь внизу. Где внизу? Я тебя не вижу. Ладно, слушай, пока ты спал, я открыл люк у тебя на животе и забрался внутрь. Люк на животе. Это место предназначено для больших праздничных тортов и пиньят. Это не место для игр. Так, у меня тут произошли небольшие конфузы, так сказать. У меня вылетел экшен. Поэтому продолжаем. Как странно, твой профиль гостя мне не знаком. Кто ты? Чел. Я отец Григорий. Григорий. Я сообщу об этом в главный офис. Ошибка подключения. Мне не удалось подключиться к основной сети. Это она отключила тебя. Она не позволит тебе вызвать помощь, пока не найдет меня. Кто ищет тебя? Твоя мама? Тихо, я слышу шаги. Какое смотровое окно, в смысле? Это сотрудница службы безопасности, она может помочь. Нет, я не доверяю. Почему нет? Не знаю, кто она пытается поймать меня. И вообще, ты можешь говорить не так громко? Возьми это. Это сувенирные часы Fast Freddy. Давай. Ну, бери. Марионетка? Окей, нет, слава богу. Крутой мужик. Я отправляю тебе зашифрованное сообщение. Привет, Григорий, это я, Фредди. Я провожу тебя до главного входа, однако я не смогу выйти через этой комнаты. У тебя все должно получиться. На стене есть кнопка, которая открывает дверь в кладовку. Сейчас я активирую ее для тебя. А вот она. Что искать-то? Отлично, Григорий. В ремонтном помещении есть открытая шахта вентиляции. Тебе нужно проползти через систему и выпустить меня снаружи. Ладно. Ух ты ж, ёпта. Как-то все странно выглядит. Ну ладно. Станция сохранения, да я понял, да? Слушай, а вообще-то по графону даже очень ничего, я очень даже оптимизирован, я удивлен на самом деле. Чекпоинты. В игре теперь вот такая вот штука. Чекпоинты. Но это может быть хорошо. А это, кстати, его капсула, походу. Ремонтная. Судя по всему. Прыжок. Да зачем мне прыжки ваши? Чё они мне дают? Туда, что ли, лезть? Нет. Обман, ложь. Пиздёж и провокация. Или мне сюда? А, мне сюда. Или нет? А, мне сюда, правда. Окей. Лезем.
Ты сегодня великолепно выступила, спасибо. Твои волосы прекрасны, твой хвост прекрасен. Все смотрели на тебя. О, все хотят быть с тобой, ты лучшая. Спасибо, я лучшая, да. Она крутая. Плюс вайфу. Плюс вайфу. Пойдем дальше. Я даже ее, наверное, на превьюшку поставлю. Кстати, вышло одно такое небольшое событие, что вдруг я нарисовал арт Вульфи. И вдруг вышел анонс по этой игре, и там была Рокси. Я удивился, насколько персонажи схожи оказались с арта и из игры. Кто там бесится? Дай-ка угадаю, Крок. Или как там его? Ну, короче, кто-то бесится, блин. Там дикость происходит. Ладно, идем дальше. О! Панк-рок. Чешо. Мне кажется, это Чика. Почему-то. Это ведь она? Да, я угадал. Нормально, у каждого есть своя комната. Странно даже. Удивительно, я бы сказал. Крутая курица, получается. Вот если вот так ходить, будет лучше. Потому что больше картинку видно. Слушай, ну вообще-то на самом деле игра пока что довольно неплоха. Мне она нравится по графонию и по общему, в принципе, стилю. Но вот эти коридоры, блядь, темные, большие, это как-то такое себе ярко все, кроме пола. Ладно. Леди и джентльмены, благодарим вас за внимание и надеемся, что вам понравилось наше шоу. Фредди с группой довольно устали, но они вернутся на следующей неделе. После нескольких дней планового техобслуживания. Ждем вас перед нашим зданием, где вы получите сувенирные очки, купон на бесплатный стакан лимонада и где вы подпишете юридический документ, освобождающий нас от ответственности за все произошедшее в ходе визита. Желаем вам прекрасного вечера и с нетерпением ждем чего-то там. Здорово. Чё как? Мокрый пол. Блять, какие вы неожиданные. О! Спринт-труп, привет. Чё как? Ну, сука. Ля, какой гад. Крутой. Так, это у нас баняш. Передаю привет Бонни Крафту, получается. Так, смотри, это даже по частям, что ли, разделено? Чешо, не понял. Но это третья часть, это Бета. Белора, как ее там, ну, понятно. Ладно. Зачем это делали? Кто это? Что за козлы? За шо? Превратили их в помойные ведра. Ладно. О, курица играет. Пойдем к ней подойдем. Крутая, жрет пиццу постоянно. Не стыдно. Ку. Я здесь. Ну ладно. Видимо, скрипт повернул ее в другую сторону. Так, ладно. Кто там громит, чё? А, ну реально крокодил. Не знаю, что мне понравилось там. Ну ладно. О. Ладно, пойдем к Рокси. Чё она там творит? Смотрится в зеркало. Кстати, она даже выглядит неплохо. Ну так-то, на самом деле. Слушай, сколько все-таки проделано работы над артами? Это прям даже прикольно выглядит. Я здесь. Ладно. Так, Фредбер, пойдемте дверь открывать. К ней можно даже войти. Наверное.
Здорово, Фред. Это я. Дурацкая дверь закрыта. Тебе понадобится пропуск фотографии, чтобы открыть дверь. Прости, я думал, что она у тебя есть. Но, скорее всего, ее можно найти у прилавка с едой. Ладно. Так, а есть карта какая-нибудь, нет? Ладно. Взять сумку? Зачем? О, у меня теперь есть инвентарь, наверное. Камеры? Ха, карта-то здесь есть. Боже, гений. Здесь-то карта есть. О, позорище. Так, а где еда? О. Олды на месте. Это я, Олд. Слушай, мышка заколебала царапаться. Сейчас я немножко это подредачу здесь всякого. Потряхаю здесь. Вроде не должна будет так шуметь. О, Олды на месте. Это я, Олд. Блин, что там бесится? Псих, нормально. Вот, скорее всего, и кафетерий, наверное. Нет, это билет за кулисы. А где хавка? Хочу пожрать. Хочу жрать. Ёлки-палки. Куда-то попасть надо мне. Ладно, видимо, мне куда-то в ту сторону. Как беситься. Блядь, он дверь сломался, нахуй. Идиот. Да. Сообщение. Мы заплатили за мелкий делюкс, но Фредди сломался сразу после выхода на сцену. Платили, чтобы он спел дочке поздравительную песню у столика. Должен был вручить ей торт. День рождения моей девочки испорчен. Требую вернуть деньги. Ладно. Денег не будет. Такая странная стандартная кнопка. Ладно. Требуется Фредди. Фредди. А. Окей. Так, и шоцы. Ладно. Бля, тварь. Инопланетяне. Так, где-то за столиком, да? С хавкой. Так, ну не похоже. Похоже. О, нет. О, так знакомая бумага. Через текстуры пройденная. Ладно. Че, фонарь-то есть, че нет? Ничего не видать. Или свет можно включить. Ля. Так. Это еще кто? Ладно. Ехит. Четвертый уровень доступа. И это еще что? Марионетка? О, пропуск фотографии. Молодец, теперь выпусти меня, пожалуйста. Я попробую. Ничего не обещаю. Блин, это только у Фредди такая пузо есть. Так, держай, звезда. Я знал, что у тебя все получится. Я знаю, как можно вытащить тебя отсюда. Забирайся назад в полость моей груди. Время еще есть, но нам нужно торопиться. Если меня заметят, то отведут назад в мою комнату. Я проведу тебя к главному входу через технические коридоры. Это самый безопасный путь. Ладно, но лучше смотри под ноги. Я не хочу, чтобы меня раздавило и скрутило в сосиску. Так, как пользоваться Фредди? Боты не могут найти Григория, когда он управляет Фредди. Ладно. А, не боты. Ну, ладно.
Пойдем прогуляемся. Привет. Я хочу попробовать пройти. Прости, Григорий, я бы с радостью устроил тебе экскурсию, но время уже не рабочее, дверь закрыта. Найди дверь с моим изображением. Ладно. Ага, окей. Отдельная комната для Фредди. Комната для Фредди. И это еще что такое? О, здорово. Крокодилом нельзя. А не крокодилом можно? Малыш, если ты тут, скажи что-нибудь. Она внизу, мы должны вернуться. Не волнуйся, Григорий, даже если она заметит, со мной ты будешь в безопасности. Она не заподозрит, что мы путешествуем вместе. Однако нам все равно не стоит попадаться ей на глаза. Если меня отправят в мою комнату, мы не успеем добраться до фойе до полуночи. А что будет в полночь? Мне что-то даже это напрягло немножко. Так. Я чувствую, что ты сломан. Я в порядке. Я чувствую, что что-то не так. Я отведу тебя в пункт медицинской помощи. На это нет времени, я в порядке. Зачем? Что тебе надо? Фредди, во время блокировки ты должен сидеть в своей комнате. Я не знаю, кто оказался офицер Ванесса. Ну, сегодня ты отличился по полной. Твоя система дала сбой, ты сорвал шоу. Теперь специалисты отдела запчастей и обслуживания ограничили тебя по питанию. Говорят, что это мера предосторожности. Еще одна проблема на наши головы. Извините. Ладно, слушай, до закрытия 15 минут, но у нас за кулисами ошивается какой-то мальчишка. Если увидишь что-нибудь, немедленно сообщи мне. Я уже уведомил остальных, а теперь возвращайся в свою комнату. Че, выходить-то можно, чи не? Говори же, она хочет поймать меня. Я ничего не сказал, ты в безопасности. Пойдем дальше. Пойдем. Ну и отдел для тортов, у которых есть, блин, лампы. Какие лампы? Зрение, в смысле. Так, что это такое? Нельзя. Где мы? Сейчас мы находимся под пиццаплексом. Это технический коридор, соединяет все аттракционы между собой. Можем пойти куда угодно. Верно. Фазербласт, Гольф Монти, Гольники Рокси. Все эти места открыты для ботов-сотрудников с достаточно высоким уровнем доступа. Гостям здесь находиться нельзя. Однако твоя ситуация особенная. Ок. А чё пиздюк здесь забыл вообще? Низкий заряд. Беда. Да я понял, ёлки-палки. Заряд по сюжету низкий. Что, все? Выключились? Закончилась энергия, Фредди, закончилась энергия, он не сможет помочь вам до начала следующего часа. О, блин. Чем я сидеть здесь? Мне ужасно жаль, цикл перезарядки не был завершен, когда я нашел тебя. Дальше придется идти без меня. Свяжусь с тобой через часы, если ты вдруг упадешь в неприятности. Ладно. Удачи. Зачем эти сумки? Роботы.
напугали меня. Ладно. Да-да-да-да. Кто кого жрет? Чика, может мне удастся чем-то ее отвлечь? Нихуя. Ладно. Чем, например? А что она помой жрет, в смысле? Как она сама выбралась? Что делать-то? А, в коридоре что-то пожамкать, наверное, надо. Точно. Ко-ко-ко-ко. Так, желтая. Вот ищет вас красный, что вас заметили, окей. Область закрыта для посетителей. Мне пофиг. Держи дальше свой мусор, сумасшедший. Так. Никто не может бегать вечно. Ну, возможно, и так. Зачем мне бегать, если могу ползать на крысичах? Слишком светло для таких помещений, по-моему. Подозрительно светло. Напряжно. Блять, ебаный рот. А, окей. Здесь может что-то есть? Какое-то техническое помещение, непонятное, ну ладно. Ну что ж, надо сохраниться. Да. Идем по Некселю. Почему крокодил туда нельзя? Вот ты где. О, крокодил. Вспомнишь говно, вот и оно. Потерялся? Да. А что? Я пизда. Нашелся, мальчик. Ладно. По идее, это должно было быть страшно, но это, знаете, что-то по типу этого первого ФНАФа. Настолько не страшно, насколько сейчас мне страшно смотреть на то. Ладно. Так, надо передохнуть чуть-чуть сразу и бежать. Бежать надо сразу. Давай, 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 давай. А чё они все на меня охоту объявили вдруг? Быстрее до контрольного пункта добежать! Да что такое? Зависло все. Быстрее, нажимай кнопку. Спасибо. Отлично, Григорий. Нашел комнату охраны. Там ты будешь в безопасности. Двери сконструированы таким образом, чтобы защитить квалифицированную охрану в чрезвычайных ситуациях. Пока двери остаются закрытыми, они будут оставаться закрытыми, пока достаточно электропитания. Фарези, энергии осталось всего 15%, и они пытаются выбить дверь. Как выбраться? Сохрани спокойствие. На пульте охраны есть интерфейс. Подожди, я его сейчас включу. Вот так. Теперь ты можешь контролировать протоколы системы безопасности. Теперь твои часы подключены к системе камер видеонаблюдения. Взгляни на карту. Квадрата на мини-карте — это ближайшие камеры наблюдения.
Если датчик камеры заметит движение, ты должен увидеть красные значки тревоги. Перейдем в части между камерами, чтобы найти безопасный путь из комнаты охраны в главной фойе. Что? Нихуя не понял, но очень интересно. Здесь мне пиздец. Ага. Я не совсем понимаю, что здесь происходит. И что мне делать. Ну ладно. Сейчас разберемся. Жуткий чел. Так, укрытие, если... Окей. А что за укрытие? Вот эти, что ли? Или вот эти вот? Так, ладно, где чекуль ходит? Жрет мусор. А, в смысле, вот это? А где я-то? Я не понимаю. А, я вот здесь из коридора выхожу, да? То есть... А как камера расположена? Я не понимаю расположение камер. Ну, в любом случае. Далась. Так. Кажется, вот это пароход. Подожди. Ну да. Да, вот здесь челикс висит. И чекуля ходит по коридору. Нам нужно в противоположную сторону пойти. Надо дождаться, пока она здесь будет жрать. И съебывать. Давай, давай, шуруй отсюда. Все. Уф. Мегапицца Плекс Фредди Фазбера закрыт. Выполняется запуск ночных протоколов. Грустно. Подождите, я все еще здесь. Что делать? Мне очень жаль, Григорий, ты упустил свой шанс, но надежда все еще есть. Может сбежать, когда в 6 утра откроются защитные двери, а пока продолжай двигаться и попытайся не привлекать к себе внимания. Если отсюда есть другой выход, я помогу его найти, обещаю. Окей. Там улица. Эх. Грустно. Ладно. О. Вот это комплекс. Робот-охранник. Слушай, я бы на самом деле хотел бы сюда прийти. Так все интересно, красиво. Ладно. Где-то тут робот гоняет. Окей. А вот, кстати, он. Мне бы его как-то обмануть, наебать. Интересно, он будет меня трогать? Это же уборочный робот, это не охранник. Ему пофигу на меня или как? Надо проверить. Проверяем. Привет. Здорово. Как дела? А, вот оно как работает. То есть начинает орать, если я типа слишком попадаюсь на него. Окей. А насколько вблизи это работает? Мне интересно. Ну вот, допустим, сейчас давай обойдем его, пока изучим. Вот он я. Ты меня видишь? Ага, окей, все, я понял. Так, а где-то чекуля откуда-то взялась, непонятно откуда. Хм, ну ладно. Странненько. Бесплатный входной билет. Пойдем.
Пробьемся. Слушай, а что это за автомат такой? Можно заюзать кофе? Нет, не дают. Кофе не дают, сволочи. Входной билет, походу, только тут юзается, да? Да. Отличная работа, звезда. Тебе удалось попасть в фойе. К сожалению, бесплатный входной билет не позволяет пойти в пиццерию. Ротчика. Автомат улучшений находится в помещении службы по работе с клиентами. Тут чекуля ходит. Наверное, даже все ходят. Кто хочет конфетку? Да никто, блядь, не хочет конфетку. Так, второй уровень допуска. Ух ты. Тихо. Может, мне за курицей идти? Ну, возможно. Сюда можно только персоналу. Угу, понял. Даже надо сныкаться куда-то. Быстрее. Она же обратно пойдет сюда. Нет, не пойдет. Блин, крутые штуки. Хочу... А чё я под землей-то? По-моему, я должен быть выше, а не ниже. А что, дежурные охранники помогут тебе? Да, она пойдет сюда, я так и думал. Ой! Нахуй, я это сделал. Пошла нахуй. Что тебе надо, скажи, пожалуйста. Сука. На! Почему она обратила мне внимание? Я что, такой шум издал? Громкий. Ладно. Будем знать. Спешить не надо. Сохраняемся еще раз. Окей, пора идти. Убежать, короче, от нее не очень-то возможно получается. Мне кажется, я знаю, почему она ждет постоянно. В первую очередь из-за того, что отключили им какие-то определенные виды питания. Вот, и типа она теперь хочет жрать постоянно. Только почему она хочет жрать, непонятно. У нее там что, биореактор какой-то. Так, ну короче, ждем, сидим. Даже я хочу выйти, встать и залезть. Вот так это должно было быть, по идее. Забагалась, походу, да. Уж сидим, какая разница. Да и курица. Так, пора наверх. Так, а куда дальше? Сюда можно? Нет, нельзя. Ну окей, проходил туда, значит, можно, в принципе, туда пройти.
Go little rockstar. Ох ты, тихо. Захайдился. Твоя семья ищет тебя. Че съездился, придурок? Успокойся. Ненормальный. Да, как его обходить? Хм. Не понимаю, какой у него маршрут. Между каждого прилавка. До шариков. Через кассу. И сюда. Окей, пойдем. Ля, какая гадина. У-у-у, сука. Волчанка. Хочу, кстати, такую игрушку. Попробую в интернете найти, заказать. Что? Что? Надо спрятаться. Господи. С ума сводит. Ладно. Магазин. Кексики. Хочешь конфетку? Не хочу. Я нашел подарок. Это стёрный магнит с мистером Гиппо для холодильника. Отстой. Мне очень жаль, Григори. Мне правда очень жаль. Талант, какая разница? Ля, какие магнитики красивые. Да. Так, и чё я сюда пришёл? Просто потупить поставить здесь. Серьезно? Задача какая? Улучшить бесплатный билет. А, точно. Надо в какую-нибудь комнату охраны попасть. Пойдем. Где-то так крутится. Сейчас через кассы поедет. Окей, поехали. Так, я дальше не помню, как он себя ведет. Окей, я вспомнил. Ладно. Ничего сложного. Блять, какой неожиданный сюжет развития. Ладно. Так, а... Карта, камеры, экшен. Так, а где посмотреть-то? А, вот. Вот это камера. С ума сойти. Ладно. Можно идти. Пойдем. Не думаю, что это была лучшая идея. Билет не годится. На нем написано, позволяет посетить магазины в фойе для улучшения. Обращайтесь в службу по работе с клиентами. Также можно объявить на бесплатный приз в отделе Glamrock подарки. Количество призов ограничено. Наша дружелюбная охранника. Интересно, что за бесплатный приз? А где курица? А, я же могу посмотреть точно. Ну, она отвлеклась. Стоит, смотрит, и чё? Я ж теперь вылезти не могу. А, она пошла назад, окей. А что с часами, в смысле? Чё, они моргали сейчас? Первый уровень доступа. Ну ладно, ещё там не было, пойдем туда сходим. Окей. Блять, опять шеф-мастер, сука. Что тебе надо? Теперь тебя еще исследовать. Так, ну мне кажется, он за прилавками явно не будет ходить. Да, так. Как ты ходишь? Проходишь здесь, крутишься. Идешь дальше. Теперь здесь крутишься. Проходишь в другой угол. Приходишь сюда, опять крутишься.
Поехал. Так, надо его как-то объебать. Успел, окей, надо еще раз. Ладно, пойдем так. Там, в принципе, в упор не видит, поэтому похеру, да. Так. Блин, ну и робот, пиздец. Чё от него толку быть, как козла молока. На от козла только семен можно получить. Шо? Lost and found. Потеряно и найдено. Шо? Блять, не могу туда попасть. И это еще что? Это, походу, то, что нам надо. Окей. Можно было открыть двери. Но зачем? Мне не надо. Я не хочу, чтобы она за мной ходила здесь тоже. Да мне похеру. Все равно не за... Можешь зайти сюда? Какого хуя? Не понял. Неужели ты еще и быстрее меня? Не найдешь. Хе-хе-хе-хе. Ты можешь зайти сюда, сука, какого хуя? Теперь ты тоже будешь ходить? Не надо. Камеры. Почему нельзя на первом этаже камеры смотреть? Что за бред? Она здесь. Я убежал. Ждем, пока уйдет. Че еще? Ага, а еще что? Догадалась все-таки, сука. Ладно. Ну, хоть мозг у них есть. Это уже хорошо. Это уже не просто болванчик, которых можно наебать. Они могут думать. Жалко. Ладно. Подождите, сохранит. Ой, ебать, я ж там далеко, да. Пиздец. Вот это я, блядь, обосрался. Ну, ладно, зато я теперь знаю, куда мне. В любом случае, я в выигрыше. Много времени я не потерял. Открывай. Я успею? Я думаю, да. This ticket doesn't even work. It says good for entrance to the lobby shops. Upgrade options available at customer service. Also good for one free prize from Glamrock Gifts while supplies last. I wonder what the free prize is. Опа. Вот это я жмых, конечно, жмых. Так, нам сюда. Да. Быстрее. Все равно слепошарый. Видимо, только если я попадаю под фонарик, под его, он как-то реагирует. Сомнительно, конечно. Ладно. Так, ну, то, что она может проходить через дверь, это было неожиданностью для меня. Огромной неожиданностью. Что взять-то можно? Нет, блин. Да тут... Нет, она пока не здесь, окей.
Пам-п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 ам. Чё за мешок? Хотя опять какие-то сообщения. Да. Let's celebrate and suck some dick. Блять, меня ищут. Не надо. Я уже сам смог себя на... Все в порядке. Ты все еще там? Серьезно? Она ушла. Благо, благо, благо. Так. Ух ты. Прям так. Так, а что это за кнопка такая? Окей, понял. Угу, окей. Сюда прибежит. Надеюсь. Ну, наверное, нет, не знаю. Ладно, теперь нам обратно. Окей, 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 окей. Так, ну вот где здесь стоит сейчас. Чё стоим? Ну, хорошо, хотя не через всю карту слышит. Хотя бы что-то. Блять, ну и став-то, конечно, блять, вообще охраняющий. Так, побежали, пожалуй. Можно только со стафом, говорят. Но у меня нет стафа, у меня голые руки. Вот, блядь, люди удивятся, нахуй, когда приедут сюда, тут все двери открыты в магазине. Пока посмотрим на волчиц. Окей. Теперь вниз. По-прежнему здесь ничего не находим. Грустно, грустно. Еще подарок. It's a crappy Mr. Hippo fridge magnet. Да-да. Lame. Так, и что мы этим, собственно, добились? Ничего, потому что я даже не могу перейти обратно. А, могу. Окей. Пойдем сохранимся. Потому что сохраниться надо бы нам. Но я все равно не понимаю, как Чика сюда так быстро пришла. Так, что дальше? Там мы были, здесь мы были, а там мы тут пришли. Логично. Куда еще? На лифт? Как вариант. А туда нам вообще не попасть, наверное, да? Ха. Да, куда еще тогда? Блять, были бы метки, слушай, было бы удобнее. Улучшить бесплатный билет с помощью автомата улучшений. Автомата улучшений. Автомат. Автомат надо найти какой-то. А где его найти? Хм. Хороший вопрос. Вопрос хороший. Да-да. Хороший вопрос. Good question. Вопрос.
Забирай скорее сумку. Грабь магазин. Спизнил. Так. Может где-то все-таки где-то здесь, в этих магазинах. Хотя вряд ли. Это было бы глупо. Ну ладно, ждем. Куда мне надо? Employees only. Нет, это курица сказала, поэтому понятно. Только employees. Больше никому нельзя. Надеюсь, меня не спалят здесь. Окей, меня не спалили здесь. Значит, можно идти дальше. На крысичьих. Притаился на крысичах. Подарок. Интересно. Мне инвентаря даже нет никакого. Подожди. Так, давай-ка мы заныкаемся, пожалуй, надо посчитать пока. Хранение продуктов. Перед закрытием смены все продукты должны быть убраны на хранение. Чику уже замечали за поеданием объедков из мусорных ведер на кухне после окончания рабочего дня. Ремонтировать ее дорого, и эта сумма будет вычтена из зарплаты работников кухни. Увольте Дэйва, она душнила. Он душнила. Ладно. Здесь работал мой родственник, говорит, что автомат улучшения можно обмануть магнитами. Отправляйся на фаз-площадку, там через заднюю дверь можно попасть на помещение службы по работе с клиентами. Ха. Нет меня. Фаз-площадка, что это такое вообще? Карта. Окей. Наверное, где-то здесь, потому что здесь два прохода. Я в один только попробовал зайти. Ну ладно. Так, мы пойдем, короче, по наглому за ней. Прямо за ней. Наглость, как говорится, второе в счастье. Правильно? Правильно. Поэтому мы тут и пойдем. На, где? Не вижу. Стоит. Окей. Вот и все. Да. Ну и как туда попасть? Требуется уровень доступа 1. У меня нет доступа такого. Окей. Сюда тоже. И куда еще? Я везде был. Дверь нужны билет в детсад. У меня его нет. Где его возьму? Ёпта, опять сюда, что ли? Я же уже все прошел. По факту. А, можно и на картах, типа, так бегать. Удобно, удобно. Ладно. Окей. Окей.
Боже. Кринж. Пиньяты какие-то. Блять. Ну что с этим делать? Прятаться мне не надо. Блин, как все-таки сложно. Как же сложно думать головой. Да-да-да, иди нахуй, боже. Че еще скажешь? Бля, я и тут, и там был, блядь. Куда еще сходить? Здесь нельзя пройти. Тут я был. Подожди, так вот оно. У меня магнитов тут нет. И все. Ой, серьезно. Он сожрал в обере. Попробуй использовать тот жуткий магнит, что ты нашел. А-а-а! Да, магнит смог обновить автомат. И на этот раз какой-то детсад. Отличные новости, жди меня в детсаду. Вход туда находится на балконе, этаж 0-0-2. Окей, все, забрал, получается. Боже, серьезно, сюда было настолько просто. Просто перейдем за Чикой. Она наверху. Уже. Все, сидим тут, ждем, пока она оклемается. Очухается, в смысле. Такое муторное место, блин. Капец. Зачем что это за плюсики? Нифига. А зачем? Подожди, я могу двигать камерой? Ведь серьезно. То есть я могу двигать камерой? Ну и кринж. Давай, давай, пизду отсюда. Мне что тебе тут делать? Курицы накрашенные. Ой, блин. Окей. Сохраняшка есть? Хотелось бы видеть. И ее. Найти бы. Секретиков даже нет никаких. Грустно, грустно, грустно. Нет секретов. Хочу секреты. Подарок. Сумка, вернее. Ловушка Джокера. Нет, вроде нет. О, сохраняха. Я думаю, мы можем на этом закончить. В принципе-то. Поэтому. Всем спасибо за просмотр. Пишите под комменты под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Не забывайте про новые ролики, благодаря колокольчику с подпиской. И, в общем-то, увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока.